Тренер Сергей Цыплов привез награды с ежегодного турнира. Впервые ульяновец победил на международных соревнованиях по бодибилдингу. Сергей практикует в одном из тренажерных залов Ульяновска, соблюдает режим, не пропускает кардио и следит за рационом. Есть в его жизни человек, который ежедневно помогает поддерживать отличную форму. Здесь только стремление, желание, терпение, я бы тогда же больше сказал, поддержка. Поддержка семьи. 60% своей награды, я вам говорю первый раз, я бы отдал жене. Это полностью ее заслуга. То есть, это вы представляете, как это? Нужно каждый день встать в 5 утра, тебе все рассчитать, твой колораж полностью, разложить все по контейнерам. Вот. То, что я уже должен знать, какой у меня прием пищи, сколько калорий, сколько еще. Здесь уже таких вольностей непозволимо. То есть здесь все рассчитано. Белки, жиры, углеводы. Все должно соответствовать. На ежегодном турнире Цыплов выступал в двух номинациях. И обе принесли награды. Золото в категории бодибилдинг мастера и бронзу в весовой категории свыше 90 килограммов. Также хотел сказать, что через год мы снова принимаем у нас в Ульяновске Кубок России в конце апреля. Это турнир, на который опять приедут все регионы у нас заявленные. То есть у нас 72 федерации на данный момент. На всероссийском чемпионате «Большая Волга», который проходил 4 мая в Ульяновске, Сергей завоевал серебро и бронзу, а в прошлом году на чемпионате России стал вице-чемпионом. На соревнованиях в Армении спортсмен удостоен статуса «Элит-про», что дает ему возможность представлять Россию на международных турнирах. Весенний соревновательный сезон завершен, и после короткого отдыха Сергей вновь будет готовиться к выходу на сцену. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.